Познакомился Михаил Игнатьев и с работой небольшого завода по производству шлангов. Несколько лет назад малое предприятие замахнулось на всероссийские рынки сбыта. Пока на заводе выпускают полиэтиленовые пакеты, поливочные шланги для приусадебных участков и транспортировки жидких пищевых продуктов. Конкурентов в Чувашии у этого предприятия нет. В этом году производство намерены модернизировать. Сейчас в цехах работает только одна линия. В ближайшее время в строй запустят и вторую. Оборудование уже приобретено. Объемы производства благодаря этому увеличатся в 3 раза. Итоги своей рабочей поездки Михаил Игнатьев по традиции подвел на совещании. Здесь говорили о социально-экономическом развитии района и о том, как в муниципалитете повышают заработную плату работникам бюджетной сферы.